Итак, друзья, 10:37, время московское. У нас есть еще буквально парочка минуток до того, как мы начнем оглашать вам историю дня сегодняшнего. То есть у нас сегодня 10 апреля, у нас в гостях Дмитрий Першин. Очень добрый такой, позитивный, хороший человечек по утру. Вот, и у нас только по утру, а по вечерам зло. Я вечером его не знаю, вдруг меня синдром накроет. Давайте как-нибудь дружить с Димой. Вот. Есть слушатели и есть вопросик, соответственно. Да, Екатерина. Алло, Катя, доброе утро. Да, здравствуйте, доброе утро. Привет, так, привет. Так, Катюш, из какого привет, города? Привет, привет, Дима. Катя, из какого города ты? Я из Мытищи. Мытищи, очень отлично, классно, отлично. Здесь, да. Здесь рядышком, так. Ну, Катюша, да. Жги. Вот, привет, Димка. Привет, привет, вот. Привет. Собственно, что я звоню, что я хочу сказать. Хочу тебе пожелать вообще успехов, хочу тебе пожелать много-много-много всего. Вот, я спасибо. Знаю, и ты знаешь, что ты этого достоин, вот, то, что ты самый лучший артист, да. На самом деле. Вот, и все преграды, которые были, есть и будут на твоем пути, ты их обязательно преодолеешь. Вот. Спасибо, спасибо тебе большое. Желаю тебе всего вот этого хорошего, и я тебе желаю все-таки поехать на Алые паруса и порвать Санкт-Петербург. Вот, обязательно, обязательно. Надеюсь, все получится. Смотри. Конечно, обязательно. Дима, такую любовь не купишь. Да, ну вот, да. Я слышу просто по улыбке, это искренне. Я очень-очень благодарен за эти слова. Ну, признание, конечно, это очень здорово. А что это за Алые паруса? Алые паруса... Ой, мы еще... А, да, у нас еще звонок. Да, да, Катюша пока еще там. Катюша... Ну да, я еще здесь, но мне как бы надо уже бежать, у меня все-таки пара. Понятно. Ну давай, передавай себе, смотри, она с пары сбежала, чтобы с тобой поговорить. А правильно, правильно, все с пары. Погода давай, хорошая. Передавай всем привет, кто на паре, давай, прямо в эфир, прямо сейчас. Обожаю свою 42-ю группу. Ребята, ГЭФ, вы самые лучшие. Я вас безумно люблю. Привет вам. Вот. Радио 13 помогает жить. Вот как она. Ну все, Катюш, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе за звоночек. Так, о том, что такое Алые паруса, мы узнаем чуть позже, друзья. Потому что, ну, у нас время не ждет. Время бежит. Радио 13. Радио 13. Отдел развития и продвижения. PR@radio13.ru. Утро со звуком. Еще больше утра. Еще больше звука. Так, 10:40, время московское ровно. Традиции соблюдаем наши. Ну, собственно, по нашим делам мы везде успеваем. У нас все в порядке, у нас все хорошо. Ну, как говорится, поехали. Интересная дата. Сегодняшний день в истории. На радио 13. Именины сегодня у Илариона. У Степана. У Стефана или Стефана. У Макара. И у Михаила. Всех с именинами, друзья. Сегодняшний день в истории. Дима. Итак, сегодня, в 1633 году в Лондоне начали продаваться невиданные ранее в Англии бананы. Сегодняшний день в истории. А в 1833 впервые началось производство спичек. Балабановский завод, наверное. Интересная дата. Во Львове в 1864 году начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа». Сегодняшний день в истории. В 1875 году канадская полиция получила разрешение организовать пост в Западной Канаде. Позже он стал городом Калгари. Интересный денек. Канадская авиакомпания Air Canada создана в 1937 году. Сегодняшний день в истории. Город Дубна есть такой по Дмитровскому шоссе. В 1957 году введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных исследований. Вот да? Так вот. Вот так вот, да, друзья. А, у нас дальше. Да. Родились. 1502 год. Отто Генрих. Деятель немецкой реформации, меценат и библиофил. Интересный денек. Бенджамин Генри Дэй. Американский журналист, основатель газеты «Нью-Йорк Сан». Родился в 1810 году. Интересный денек. Замечательная поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Родилась в 1937 году. Интересный денек. Украинский режиссер и актер Борис Савченко. Родился в 1938. Сегодняшний день в истории. Мигель Луи. Родился в 1970 году. Испанский эстрадный певец, ставший широко популярным и любимым у себя на родине в 9, а во всей Европе в 11 лет. Вот так вот. Интересный денек. В
1984 году родилась Мэнди Мур, американская дэнс-поп-певица. Интересная дата. Хейли Джоэл Осмонд, американский киноактер, известный по фильмам «Форрест Гамп», «Шестое чувство», «Искусственный разум», родился в 1988 году, 10 апреля. История дня. На радио 13. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на радио 13.